Привет, друзья! Давайте вам покажем и расскажем, что мы сделали с этой прекраснейшей лодкой, которая не тонет. Swimmer 400. Серия, смотрите, какая, со стеклышком, с дистанционным управлением. Итак, в носовой части мы поставили носовую якорную лебедку. На алюминиевый лист усилили все это место. Здесь есть всевозможные коммуникации. Скрыто от нас якорь. Мягкие накладки. Стекло. Оно не совсем белое. Это пленочка вот такая вот, она снимается, получается нормальное прозрачное стеклышко. Далее здесь установлены два сидения на стойках, рулевое управление, приборчики, тахометр плюс вольтметр, прикуриватель, флажковые выключатели, штурвальчик, мягенькие накладочки опять же, тент ходовой, который раскладывается, закрывает полностью лодку, ну и лодочный мотор, китайский, 20 лошадиных сил, 9,9 Pro, соответственно это 20-ка. Вот здесь аккуратненько все укрыли и поставили электрический лифт. Все очень быстро, просто, классно и красиво. В прокатисточку.ру. Приезжайте.